Проект бюджета 2024. Об этом говорили на совещании у президента. Вадим Красносельский отметил, работа над документом идет в рабочем режиме. Уже есть консолидированная позиция правительства по большинству вопросов. Кроме того, все они уже проработаны в профильном комитете и в иных комитетах, что отрадно. И уже вот этот готовый продукт, который будет принят Верховным Советом в конечном итоге, он уже лишен тех противоречий, скажем так, которые недопустимы. Мы приняли, хочу подчеркнуть, сбалансированный бюджет. Практически все расходы у нас обеспечены соответствующими доходами. Верховный Совет рассмотрит проект бюджета в первом чтении уже завтра на очередном пленарном заседании.